составах назову, начнем с Немана, назову тогда игроков гостей. В воротах сегодня начинает, пока тут в атаке забыли про ворота Неман. Которые вместе не играли, Балабол лишь остался с прошлой встречи, Кочан и Ходорович добавились. Ну, Федора Кочана бы наверняка мы увидели, смотрим эпизод здесь. Сергей Малявка выкатывал. Почти два месяца, четверг, вот Андрей Ковалев на пресс-конференции был очень краток, поздравил Гродно с победой, сказал, что они больше хотели, ну и на этом у него все было. Сергей Малявка тоже делает передачу. И бросок мощный, ух, полез там, полезли на пятачок братья, там их жестко встретил Петручек, ну, Петручек по лицу Сергею Малявку. Грецкого, хотя тот габаритнее на голову защитника, но никого Роман не боится, отоваривает форварда соперника, удаление в матче, Качан его заработал, Боярчук в чужой зоне зачем-то правила нарушил, вчера вот это... Дисциплина подвела очень сильно гродницев. Необязательные удаления, аукнулись пропущенными шайбами. В плане набранных очков, ну, опять же, без Артема сегодня действуют гости. Ну, снова здесь момент. Грецкий добил. Забрасывает. Не получилось с первого раза. Выкатывал из-за ворот. Там Поляков угол закрыл, но тут же добивание. Давай повтор этого эпизода смотреть. И сам же вот добил эту отлетевшую шайбу. Она так недалеко совсем отлетела. На пятачке почти остановилась. Не ушла, но Слава сориентировался быстрее всех. Сафин не смог. Полно времени, в том числе и в первом периоде. Еще 5-15 играть. Поэтому... Большинство, но в общем-то к концу первого периода гродненцы окончательно прибрали инициативу, территорию владения. И вот они снова начинают резво. Второй период. Грецкий закладывал вираж. Бросок, ух, как под шайбу. В первых двух периодах, ну, по счету уступали, конечно, но по игре нет. И по созиданию даже не уступали. А тут момент, аж Гирей. Какой сейвище Полякова. Конечно, нужно было забрасывать. Вот момент на старте периода, который мы видели едва ли не в первой атаке. Там очень тяжело было Полякову сориентироваться. Да, синие линии. Ажгирей и Грецкий выехали к ним на подмогу. Здесь опасный момент в исполнении Самсонова и всех. Я, кстати, знаю, что я считаю, что Малютин один из мало там совсем поиграл, очень редко вызывался. Ну, хотя всегда во все годы продолжал свой класс демонстрировать, и сегодня в том числе в ВХЛ, и в чемпионат Беларуси заявила, по сути, свой дублирующий состав, там была одна молодежь, они не очень удачно выступали, но они... Да, пока гродницы не лучше соперника лишнего реализуют, но у Бреста первое лишь удаление, а момент опасный какой возникает, и Жигалов не реализует. В составах играть, ну, в итоге Неман доигровка тут. Большинства. Братья Малявка еще вошли в зону, не стали меняться. Момент какой в штангу! Александр попадает! Еще бросок! И Поляков... У других большинство. И вот она, самая шикарная возможность. Братья Малявка сотворили на двоих классный момент. Слабую реализацию моментов его команды. Вроде и создают, но не так много забивают. А сейчас у нас что? Добивание Сергея Малявка на месте Полякова. Лучшего игрока матча. У нас коммерческая пауза сейчас. Нужнее сейчас, чем Неману, безусловно, идти вперед. Но гродница действует грамотно. Атака Бреста, бросок, Кофеев его наносил, и шайба выскочила на пятак из этой кучи, Малыну там оказался. В зоне, смотрим повторы, ну вот этого момента, когда там наседал. 40 минут игрового времени, здесь момент еще у Немана возникает, аж Гирей выкатывался, будет ли бросок, Романович, ой какой. 6-5, это настоящая свалка на льду в одной зоне. Немного места свободного. И тут, смотрите, Волошин Самсонова на пятаке пытался. Добивание! Шайба в воротах! Шайба в воротах! Брест сравнивает счет! Вот это да! Вот это разочарование для Немана. Но, друзья, давайте не спешить. Все-таки будет вбрасывание. И не стал там уже затягивать до последней минуты. Ну, раньше обычного, скажем так, снял. 4-3. Колосов, Дудко, Петручек обороняются у Бреста. Ремезов, Степанов, Грецкий. Ремезов очень быстро! Очень быстро Неман решает свою задачу. Неман 6-е место. Неман в плей-офф. Неман празднует этот
Успех! Поздравляем гродненцев! Спасибо Бресту! Они сражались, они подарили нам немного интриги. Да, подарили не только нам, подарили Новополоцку, и молодечно. Посмотрите, как радуются гродненцы, как будто они не просто вышли в плей-офф, да, а как будто они уже вышли, ну, как минимум, в финальную серию и будут сражаться за награды. Понятно, чемпионская радость была битва, которую нужно было выигрывать. Я не знаю, было здесь подставление Грецкого? По-моему, подставил Грецкий дубль. Шайбу. Дубль Грецкого в этом матче приносит Неману 2 очка, приносит Неману 6-е место, приносит...